Хабаровский край, как мы все знаем, богат именами и именитыми олимпийскими чемпионами. Волейболисты Юрий Бережко, боксер Андрей Замковой, Елена Белова, это фехтование, Юлия Чипалова, лыжный спорт, Елена Кудашова, баскетболистка. И, конечно, этот список можно продолжать еще долго и долго. Ну а сегодня его продолжат представители подрастающего поколения наших юных спортсменов. Итак, друзья, встречайте спортивных. Валидация общества вокруг истинных традиционных ценностей во имя прогресса и развития имеет огромное значение. Спорт в этом процессе играет важнейшую роль. Через уважение, взаимопонимание, стремление добиваться максимального результата, стремление быть примером для окружающих. Эти простые общечеловеческие принципы делают наш мир лучше, а нашу Родину сильнее. Итак, Даша, я смотрю, что наши участники заранее уже готовы перебежать. Спортсмены, готовы бежать? Положите нам руку. Can't tell me.